WorldSkills International – это движение, которое объединяет десятки стран мира. Его цель – повысить статус профобразования. Существует оно с 1946 года. С тех пор каждые два года в различных странах-участниках проходят конкурсы профмастерства. Зауралье присоединилось к движению не так давно, в октябре 2015 года. И спустя несколько месяцев провела первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы Курганской области» по 9 компетенциям WorldSkills – облицовка плиткой, веб-дизайн, поварское дело, кондитерское дело, парикмахерское искусство, электромонтаж, сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, дошкольное воспитание, а также по трем компетенциям Junior Skills – это мобильная робототехника, электромонтажные работы и системное администрирование. Это было действительно впечатляющее зрелище – 80 студентов и школьников-участников и 72 эксперта. Следующий уровень соревнований – окружной, а затем победителей ждал общероссийский финал 4-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». До него добрались 6 зауральцев, которые приняли участие в испытаниях по 4 компетенциям. В результате наша область заняла 23-е место из 43 в общемедальном зачете, а состав национальной сборной WorldSkills Россия пополнился 3 нашими студентами. Следующий региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет с 14 по 18 февраля 2017 года. Заявлено 18 компетенций. Валерия Печорских, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».